Всем привет, дорогие друзья и гости канала, с вами Влад, он же Фатхимен. И мы продолжаем играть в Divinity. В прошлой серии мы были в погребе, мы отправились в город и на запись, и вот мы здесь занимаемся крафтингом. Кирюша, скрафтили мне неплохой меч. Сейчас я покажу вам, что за меч именно. Так, у меня вот здесь он лежит в рюкзаке. Так, вот меч. Можете сравнить тут справа мой, который сейчас надет на мне, и слева, который мне Кирюша скрафтил. Но у меня недостаточно силы, то есть у меня сейчас 9, нужно 10. Как я сразу апну силу, я думаю, сразу надену, и будет все хорошо у нас. Так. Будем крушить. Погнали сюда. Будем крушить, да, погнали. Я здесь нашел местечко одно, куда надо зайти. Вот. Еще мы должны на самом деле сдать item квест. У нас получится, у меня вот есть дохлая овца. Сейчас мы, короче, сдадим ее по квесту. Я пытаюсь вспомнить, вот что там дома. Вот сюда. Во, да. Погнали. Тут просто я не на запись нашел дом. Вот, это лавка жены того самого Джейка или кого там. Может быть, она нам что-то скажет по поводу его дохлой овцы в гробу. Может быть. Сейчас 600 рублей. Кирюша также не на запись поиграл немножечко моими персонажами, скажем так. Он нормально снарядил вещи нашему новому путнику, вору. Ты искусственно нет, его делал? Все. Хорошую броню он вроде сделал, нет? Ну я я не на записи не сохранил, так что ну ладно. Ну ладно. Так. Я сейчас, короче, на ровном месте шагаешь. Так, вот. Отлично. Пойдем поговорим с Эсмеральдой. Давай. И что с ты даже промазываешь все время? Эсмеральда, иди сюда. Эсмеральда, давай. А я буду подслушивать. Давай. А, ну я... ладно, давай, ну давай ты говори. Ну давай. Так, давай, а объявись ты твоего мужа, на самом интересное. И что дальше? Давай дальше. На любое письмо является важной уликой. Давай, нажимай. Ой, ну вообще не так. Ага, кто ты? Нажимай. Давай, кто ты? Эсмераль, ну понятно. Расскажи мне об этом месте. Сайсили. Мне кажется, ничего интересного не скажешь. Так. Да, она пока что-то не рассказывается особо. Расскажи мне о нежити. Труп поднимать некромат, ну и все, неинтересно. Ну ладно, все дела. Так. Кстати, получил достижение. Ты тоже, наверное, да? Да. Так, вот, смотри, что там говорит. Дневник, что, жена советника. А, так отрицает, ну, я не... А, улики, здорово. Может быть, это у нее дом надо улики найти, я не знаю. Может быть, кстати. Погнали в ее дом посмотрим, может быть, найдем. Там у нее есть вот на втором этаже и две закрытые двери. А мы не сможем то самое сделать? Ну, нет, нам придется убить охранников тогда. Тут, кстати, я нашел буханку хлеба, такой, чтобы ее... Ну ладно, но ладно, ты, не будем. Ты... Не будем. Кстати, слышишь, я нашел еще один меч и топор двуручный. Может, тут да такой получше будет? Хотя я сомневаюсь, но все-таки... Вон, я пахучие трусы нашел. Ключ от дома Эсмеральды, вот, кстати говоря. Блин, я, короче, на втором этаже. Давай, да ты не бери там ничего, блин. Я хотел, да я хотел попробовать двуручный топор взять. А то одни мечи нужно какое-то разнообразие сделать. Нет, а тебе топор, там одноручный только топор, тебе нужен нет, мечи. Нет, там написано двуручный топор, слышишь? А, ну значит двуручный топор. Да, вот смотри, сейчас я тебе покажу. Вот здесь смотри, на столе, видишь, справа? Вот. Тяжелый двуручный... О, а, не трогайте, пожалуйста. Написано кувалда. Эй, я ничего не трогал, отстань. О. Смотри, тут еще вниз можно спуститься. Прикольно. Да, вижу. Закрыто. Там закрыто. Забираем. Портрет забираем. Можешь лутать, я тебе решаю. Здесь лут, здесь можно. Так-то я вниз под... Ну, как бы... А, спустился? Что там? Да-да-да. Блин. У меня сохраняется.
Вот это зря. Ладно, пойду с Ну, тобой тут пока тогда. я ничего такого не вижу. А, ну здесь, О, собственно, тут наверное, вот, ничего нет. ты знаешь, я рисунок зомби нашел. Тут, получается, есть дальняя комната, там, получается, есть рисунок зомби. Короче, смотри, собирай пока все, что можно, там Ну, слить. давай. Может полутать. Книжки. Так, ну я, короче, окорка возьму, ветчину эту. Пусть Да будет. их, в принципе, не надо. Свининку. Да пусть Я будет. что-то Ничего. подумал, что эти. Ага. Это пусто. Такое себе занятие эти. Иду крафтить еще. Но Да. что-то ничего особенного не делаю. Слушай, а вот эту дверь мы никак не сможем сломать. Потому что железная. Опа-на, а ну подожди, давай попробуем. Вопрос, Сергей, мне кажется, не сломать все. С контролом. Видишь, он даже нет, не хочет. Да, не буду. Я не знаю, Ну-ка, начал ли состояние своего меча. о, слышь, я могу сундук себе приземлить. Да, давай. Ага, где? Мне зон виден. А, вот могу. Он Опа. приземлил. А ну давай. Что там? Какая-то цеплячая лапка, картина, рисунок Цепляющий лапку петуха. забирай. Да, и я, короче, нашел арбалет. О, ну и арбалет он. Ну я Но думаю, что он арбалет мог у не нас то быть. самое, сделаешь? Че? Я отправил по почте. Ага, его опознать. Я тебе все остальные приметы тоже добавил. Да, цеплячая лапка, это, короче, на удачу она, по-моему. Нигде там тратится на удачу. Я золотую ложку Так. нашел, больше пока... Ой, не Слушай, нашел. арбалет он очень мощный, конечно, но его надо этим лучником. Надо, скорее всего, тоже надо Может стрелять. быть он вора будет на всякий случай? Будет дальняя атака еще бить. Да, там он будет. У него 7 очков действия на выстрел, но это слишком. Тут Нам железный ключ как-то. есть, слышишь, слева? О, нормально. Смотри, ну возьми его. Да. Да. Шкаф и там порос. Так ничего нет. Сейчас. Не знаю, правильно я делаю, что я иду, краду. Так, еда не нужна. Ладно. Да. Что там у тебя? Ты открыл сундук? Ага, понятно. Кради, короче, ресурсы. Все ресурсы и дорогие вещи, которые вот можно это продать. Все. Сбалдить хорошо, да. А еду и ну там нечего. Кстати, вон туда зайти как-то. Да, я Так, вижу. слушай, Мне а как кажется, туда это зайти? как... Нет, мне кажется, тут какая-то нычка, слышь, надо что-то найти. А, нычка может быть, Я так кстати, думаю, может какая-то плита, знаешь, такую отодвинуть. А, вот тут я нашел, смотри. Где ты нашел? Ну вот, смотри, видишь, где я сейчас Не, нахожусь? а чё тут, ну? Вот, видишь, кнопочка здесь, прям вот я А я не смотрю на вижу. нее. Я смотрю на нее прям. А, понял. Можно было взаимодействовать, сейчас уже нет, я уже тыкнул. Ну, понятно, да, я понял. Да. Зло, золотая чаша, видишь? Да, давай. Опа-на. Чё там? Опа-на. Я тебе, короче, все передаю, то, что я Акро... нашел. Кстати, окровавленный кинжал, это ведь это улика. Да? Да. Я тебе, короче, все присылаю, дружище, то, что я нашел. В сундуке этом. Так. Ага. Да, кровавый кинжал, она говорит, да? Да. Да, смысл зомби. У кабана. Снег слизи. Кабана никак нельзя? Да, у него ничего нету. А ну Нет. здесь? А, кстати, его можно посмотреть. А, Я хорошо. посмотрел его, там у него ничего нету. Короче, смотри, эти. Лутание это твое. Твое занятие. Я лопату, в общем, взял, Что-то да, так я так и высоко. иду, блин. Ну-ка. Я сел, слышишь? Кого съел? Ну вон, сел на стул. А, да, это я знаю, что можно Ну только садиться немножко вниз. багано. Ну, то есть я как бы. Ладно, так, тут больше Так, ну ничего здесь все, нету. походу. Да, пойдем наверх, и там еще другую комнату обыщем. Я думаю, он будет сказать Аурее об этом. Давай. Ну мы, в принципе, доказательства нашли, так что нормально. Ну, денег почитал, я там что-то так завуалировано. Может быть, Закрытый сундук, доказательство. ты никак не можешь его открыть? Давай. А, нет, ключ от сундука в таверне был. Мы можем его, короче, это, Разломать? раз... Давай, да? убери свою. А ей ничего не будет. А, будет. Будет, да. Горим, бей Вот, его а ну подожди, все-таки. да, я суки ударю для вас. Мне сейчас сапога я нанесу. Нормально ты у Нормально, нас. да, нормально. Короче, собирай я пока. 88 чистого урона. Согласен. Чего ты? Опа-на. Что там? В общем, я Стой. нашел... Сейчас я открою инвентарь. Я, получается, нашел какой-то устаревший
Флемберг. Я тебя, короче, кидаю по почте. Ага. О, круто, слушай. Я могу... Я, короче, инвентаря дня так-то проучил. А я, короче, нашел стиральная доска. Я не знаю, нормально это штука? Стиральная доска, но что-то стирать, чтобы что-то, но я не знаю, как это работает. Оставляй пока у себя или мне скинь. Я тебе скину. Я почему-то не могу со стола стырить эти. Вон, легкая золотая чаша. Почему не могу? Ну ладно. Планирование идеального убийства. Ха, нормально. Это, видимо, свиток или что-то, книжка. Так. О, я, короче, какой-то паровой наконечник стрел нашел. А, это такое всего. А еще там, тут есть место одно, бочка тут в центре стоит. Я не могу никак на нее набраться. Даже я никак не могу ящики передвинуть. А, нет, могу. Только получается, я ящик... Взял в себе инвентарь, по-моему. Ключ, вон лежит, слышишь, ключ? Видел. Здесь где-то. Ключ? Вот ключ. Вот ключ. Не может, где-то от сундука ключ лежал? Кстати, да, как вариант. Ну ладно, все уже разломали. А нам ничего не будет, что мы разломали там? Никто сюда не зовет, типа, а, что сундук разломан? Никто не заметит даже. Ой, тут, кстати, много чего. Слышишь, дружище? Я, короче, нашел свиток кровопускания. А, неплохо. Ну, свиток это одноразовый, но ты у себя сохрани, потому что свитки ты тоже можешь использовать, и это, кстати говоря, очень удобно, потому что это очень удобно. Навыки земли я, короче, нашел книгу, я тебя, короче, отправлю. Навыки земли, правда, да, потом я нашел какой-то новый рецепт, я сейчас это чистая книга, но это нормально. Я тебе, короче, рецепт отправлю, я его выучил, может, тебе тоже надо? Самый вкусный пирожок. Да, это можно прочитать. Так. Короче, я предлагаю сейчас сделать F5. Смысле, быстрее. Пойдем, не говори с ней самое главное. Я думаю, может быть, просто сказать Аурея об этом. Давай. Сейчас бегаем к нему. Кстати, попробуй курицу зарубить с руки. Вот она, в этом углу вот здесь вот. Думаешь, это хорошая идея? Стой, или лучницы. Я пока пообщаюсь с ней, да, подожди, пока давай, пока пообщаюсь. Что ну, давай, что она скажет. Что ж такое? Она должна остановить, понимаешь? Да, она постоянно убегает. Я пытаюсь на нее нажать, она как бы... Ну, стой на месте. Все. Бах. Отлично. А ее можно это? Нет. Обокрасть, нет? Нельзя. Обокрасть. Я думал, куриную лапку можно на нее стащить, а мне кажется, нет. Да, почти стащил. Давай на скамеечку присядем. Все. Давай, потому что мы можем. И всех давай, всех. Ладно, идем отсюда. Чего не садится? А, только один человек может садиться. Что за бейко? А, да, один. Ну, ну смотри, садись. Попробуй. А, вдвоем. Ну-ка, а этого персонажа второго посадить. Вот это он. О, может. Отдыхаем. Безудержные веселье. А ты подожди, можешь своим главным магом сесть сюда? Я смогу, но... Ну садись, она пусть рядом будет. Как не сделать, надо... Я ее расстелю, я отойду. Вот так вот. Безудержные веселье, сейчас зафоткаю. Все, хватит. Так. А, я ж тебе хотел посох скрафтить. Ладно, нет, оставлю огненный посох, не важнее. Так, ну чё, погнали? Пойдем к Аурею сходим. Вот сюда. А, и заодно вот здесь вот тут. Зайдем в домик повара. Так, ты мне скажи, тот меч, который я тебе скинул, он как тебе, нормальный? Ты его... Который ты мне скинул? Погоди, какой ты... А, меч я не разблокировал, сейчас познаю. Он так-то нормальный и требует сил всего 7. О, ладно, давай скидывай. Ну, неплохой, но как бы сам понимаешь, у меня намного лучше. Не, подожди, стоп, нет. Какой? Нифига себе, 36, 106 урона. Слышь, а я, короче, вот тут прикол. Я, значит, ты мне отправил поношенные кожаные наручи. Они оказались умельцы, то есть там кузнечное дело, плюс рукоделие, то, что надо, то, что доктор прописал.
У меня, короче, получается меч теперь с каким-то эффектом, слышишь? Сейчас это цель написано. А, ну нормально, отравление. Минус в том, что я трачу на один замах 8 ОД, очков 10. Я так понял, короче, по механике игры тебе надо проучить двуручное оружие, чем, ну там. Ну да, а ты не знаешь, я тебя, по-моему, спрашивал в предыдущей серии, что мне нужно учить, чтобы повысить свои очки действия. То я как бы... Очки действия, там, ну, телосложение и ловкость, там, они разные, базовые повышают и это, понял. И что-то еще повышают. Короче, я поговорю с Аурием, что скажет. Давай. Подожди меня, я к тебе. Стой, Джека. Давай. Насчет трупа. Так, так что ты... отправляйся к гробовщику Робертсу, все, я понял. Если ты закопался, то это он, надо будет к гробовщику зайти, я знаю, где он живет. Получается прям целый этот... Секунду, поговорим о ноже. Мы еще не закончили просто. Давай. Тебе удалось найти кровавый нож. Ребята, значит, вечер... Как думаешь, арестовывать или нет? Подождем немножечко, пока подождем. Куда спешить-то? Да, пойдем, короче, это. Верно, нажми эту это. Да. Пойдем. Все. Я выхожу. Что он сказал? Слышь, он походу, да, мы ее не арестовали, короче, это один, ну, мы ее не сможем больше арестовать. А, мы не можем? Ну ладно. Сейчас, насчет трупа, Асмиралли, насчет трупа. Ну да, ну, квест таким образом завершился, значит, пойдем. Блин, ну ладно. Ну, нет, пойдем сначала. Просто я понял, знаешь, обычно когда, ну, то есть, не стоит спешить, знаешь, как бы, нужно все... Взвесить да и против, потом уже арестовывать. Здесь в том-то все и дело, что игра такая, что ты можешь любые вообще повыбирать пути квестов, то есть они все нелинейные, и это очень здорово. Да. Рабовщику дойдем. Да. Все-таки было бы неудобно, если бы можно было на ВАСД управлять персонажем. Ну, помимо этого. Мне так кажется. О, терка. А, стиральная доска. Да. Ты в тот раз что нашел? Стиральную доску тоже? Стиральную доску, да. А это точильный камень. Интересно, ну ладно. Потом разберемся. Можно так, вот здесь... меч затачивать, да? Оружие, да? С точильным камнем. Видимо, да. Все, похороны недели. Широкий череп. Давай, широкий череп. Можно? О, у меня да, получается дверца красным цветом, значит, походу, сюда нельзя. Похуй. Никто не видит, так что нормально. Посмотри, что там можно у них это стырить. Да, он журнал, я этим не занимаюсь. А что ты? Вылези отсюда, это ж дохлые люди. Чё ты боишься? Да дух тут всё кто зайдёт, мало ли. Это не зайдёт. Ну ладно. Вот, ты знаешь, я нашёл ремонтный молоток. Нет, у меня есть. Так, вы нашли ремонтный молоток. Так, если... Это им чинить просто вещи. Да, если я хорошо владею кузнечным делом, с помощью... Так, можно чинить, верно. Так, вот, гвозди надо взять, ещё гвозди надо взять. Да этот молоток не нужен, который ты взял. Я продам его. Я тебе молоток отправлю все-таки. Книги, кстати. Смотри, там книги. Вижу. Там есть на стене книги висят. Вижу сейчас. Да, Робертс. Я нашел свиток чистой земли. О, это классно взял. Давай мне. Сейчас. Так, что мы здесь? Я еще тут зелье нашел одно. Пустую баночку нашел. Так, жалко, что грабы никак осмотреть нельзя. Я бы такой же посмотрел.
Типа, знаешь, такой открываешь, здрасте. Просто. Да. Кстати, гвозди еще я нашел на полочке. В верном кладбище. На столе, точнее. Да блин! Ой. Ты... Ой. Он ж видит, рядом стоит. Бляха, муха. И что ты сделал? Я с ним разговаривал, он мне рассказывал про убийство Джека. А ты его теперь собираешься убить? А можно как-то отменить бой? Нет. Блин, я не знаю, пытаюсь убежать в другую комнату куда-нибудь или вниз спуститься. Попробуй вниз спуститься, получится или не получится. Отлично. Отлично. Я куда все делось. Попробуй вниз спуститься. Не бей его только, самое главное. Да все, все, я убегаю. О, он тебя трогает или нет? Меня пытается ударить. А, тут еще даже так, надо убежать, короче, за пределы. А что у меня это, черный экран? Ну, типа не черный экран, а... Ну, у меня тоже так, ну, короче, надо куда убежать за пределы боя. Понял. Не добраться. Вот сюда. Так, ну очень странно. Все. Все, все. Все. Попробую сейчас зайти к нему сам, соло, поговорить. Да, я просто как-то не обратил внимания, я понял, как бы я хотел облутать все такое. Давай, ладно, иди ты. Так, и он должен подогнать что-нибудь. Все нормально, он не глючит. Ну, в плане того, что он не начинает нападать на тебя. Да. Так, я хотел осмотреть, может что-то можно скопать. Нет, пока ничего тут нельзя. К сожалению. Так. Что тут за указатель есть такой интересный? Почитаем. Ага, понятно. Торговая площадь, юг, ясно. Так. Я к тебе на самом деле наверх поднимусь. Угу. Я думаю, вряд ли он что будет не говорить, да. Я не буду ничего красить. Потому что я его задобрил. Я понял. Ой, ты! Я понял, я еще не знал, что нельзя туда. Я ухожу. Все, я ухожу. Я понял, что у нас отношения с ним не очень хорошие. Еще бы я пытался у них скоммунизить вещи. Короче, я надо сходить в калорию там. Все-таки. А тут, короче, под шумок ока жарит на костре. Да я видел. А ты уже жарил что-нибудь? Нет. Ну да, готовил. Я сбегаю к ковре, попробую, может все-таки можно как-то это поговорить с ним. Давай. Кстати говоря, ты не хочешь сходить попробовать разобраться там около маяка? А. У меня просто много всяких свитков, я вызову там разных элементалей, пауков, и ради интереса можно сказать попробовать. Я столько со временем говорю. Тогда, дамы и господа, мы загрузимся, когда мы... Дойдем до туда. До туда, да. Не буду лишний раз вас удерживать. Сейчас увидимся.